Бомбита боссов надо. Барбарос ебаша. Рви их на части. Ладно, их мочканули. Ага. Стивен, чтоб не сдохнуть. Их больше, ребят. Меня убили. Опять, нет, короче, выходите опять КД. На горе пасть взяла. Давайте выйти надо просто. Надо. Выйти с инста. Вышли уже. Ну, вообще рейды вышли. Их-то не бейте. Бейте. Не бейте. Бейте, не гады, пиздите его. Хуярьте. Дель, иди пизду. Забирайте пальцы, я не знаю. Там надо РЛ сменить. Я вообще типа ливнула, ливайте все репатики. Уже все ливнули. Так, я у меня вообще его не было, я не ливал даже. Сразу без пати зашел. Валера, я спекнулся. Ты что, за меня? Да, бро. Сейчас зайду. Кринж. Кринж. О, пизда, блядь. Господи, зайдите в инст, Христа ради. Кринги? Умирайте там, плюсуйте. Славян, ты в муте, я тебя не слышу. Что, блядь? Вот нормально, наши бьют, убивайте всех. Не башат? Бей наших, чтобы болеть. Наши бьют тут. Ну, мы всех убиваем, короче. Туда. Все, я, короче, во 8 спекаюсь, мне палаешь. Они по одному идут, короче, умер один, другой подбегает. Я просто по точке убежал, у нас в ботинках и ХС прожал. Не хочу собаку бить, я рот ебал эту собаку, нахуй, заебала. Юля, захиль, пожалуйста, на фулл, я сейчас буду ебашиться. Давай, я сейчас спать ливную буду. Ой, ебать, меня тут ебашит. Поводнин. Да, есть-то. Ебать! Я только что слышал чей-то крик. А как они так? Мне кажется, мы... Меня слышишь? Это нечестно, я даже никого не вижу, да. Ясно. Я Валера случайно уебал. Тот человек, который без монитора играет, да? И без пальцев. Фак прыгнул, думал, успеет уйти. Вроде вся. А Тессер куда плюсует, если у него КД? Блядь, такой упертый. Юля, захей, я погнал. Тут пал в бабле, быстрее сюда, ребята. Иду. Вева, ты что, дерешься, заходишь, захиливаешься и выходишь? Ну да. Ребята, помогите. Оп, мага уебал. Раскидайте пальцы. Сумайте. Как вам надо. Так лагает. Чувствую, здесь какая-то рога бегает. Ай, шкаф, батя. Ой, блядь, хиль. Ты где? Завязывайте с этой хуйней. В пизде, иди сюда и не отходи больше. Заебали, ребят, давайте закончим эту хуйню. Опять трешчись. Про ТТГ. Ну а что вы хотели? Как пати раскидалась, сейчас руки вырву. Боссом, вот, чье. Че? Что вы там делаете с пати? Ничего не делаю. У Тессера не КД, Юля, дай ему пати. А, все, он в ХМ, понятно. Видел, как ебал Бева? Видел, как его засапал? Меня сумонить не надо, боссом, спейси, войд, эрза. Опа, эрза сумоню. Эрза тут, нормально. Он же ресис. Пристань, засумоньте. Предлагаю все-таки не портить настроение друг другу, убить двух боссов, а потом вернуться на собаку. А потом испортили. Что потом? Настроение будет все равно испортено, потому что не упить нихуя. Ну это да. Но я сейчас уверен, вот сейчас что-то на шамана упадет. Прям такое жесткое. Нихуя на бебу не выпадет. Ну на войда 3 шмки выпадет, блядь, на 3 спека, блядь. Я считаю, что на бебу выпадет, но он с DPS. У него никогда.
Ибо 20 тысяч сам уже въебал. Жалко. И, сука, там ачивы какие-то лутают. Да, мы тут делаем, конечно. Тыкните. Давайте это чистить пока, чё. Чё. Нету. Беба, ты где? Я тут РВР хверю. Да они на это стоят, на фоне. Заливали. Всё, уже там. Нет. Ага. Да, да, да. Сходим пока так. Там это вкусная шмоточка упадет. Я сижу, думаю, а что не так с ДПСом? Так, это... нужно релогнуться, короче. Пинг 2000, нормально. Ну да, нормально, у меня за 30-ку бывало. Так это год назад началась эта херня, то что заходишь и пинг у тебя лютый, там скачивает какую-то хуйню при заходе в игру. Они так где-то писали. Крытый майнер. Каждый раз скачивает где-то. Типа в Саске мы тут 40 минут. И все три босса живые. Хорош. Красавчики. Кто виноват? Я. Кринж. Славян, ты мути, не говори ничего. Ладно, не буду. Я не знаю, кринж, я считаю, все правильно делал. Не, я, по-моему, вообще не ошибался. Там один. Ну да, блядь. Чё? Положил весь рейд. Я? Ешьте да. Рыбку. А, ну да. Такое удивление. Я, блядь. Эрза, куда ты делся? Да я что-то забыл. Я иду, всё. Нормально. Владыка, где ты? Бежит. Или это не он? Или это... Лежит? Бежит. Бежит, лежит. Чё? Там кто-то бежит, да, это владыка ужас. Не, я бы владыке полизал, нахуй. Вот самое интересное, если мы здесь ещё вайпа снимём, блядь. А чё за хуйня? Пафы на готовность на всё. Где столик магии? А рыбу отожрёмся. Всё, вот давай добавим пул, все готовы. 5, 4, 3, 2, 1 Спалюсь, чё, хиль? Блять, не озвучила, сука. Ну, кстати, у меня тоже что-то ДБМ выебывается, но... Чё не озвучил? Фир. Вы... Параша, блять. Давай, дайте БР, Блэкич. Таки вынес. Фе. Вы... А как мы все умрёте? И залутали ск... Ба. Блэкич, дай БР. Он уже был БР. Нет.
вампир. Ты... Далеко не могу продиспелить, если что. Метки? Не, метка скинула. Сори. Мне ж... Ладно, отойдите туда просто. Метки вынесли, не спите, вреди метка. Уже пропадать начнет. Отлично. Печки. Печки. Я волосы развернул, эфир. Спиной идите, метки. Давайте, может, перейдем, да? Тут уже некуда выносить. Ну, сюда до хрен свободного места. Сейчас, может, добьем, нет? Точки вынесли. Кто ты крутишься тут? Вынесли вот здесь место освободить. РДД. Как вас диспелить, если вы все расползли? Ладно, почти без потерь. Отказывайтесь от лута. Лута, отказываем. На меч кубик. Кубик на меч нажму на протопал. Сабля, блядь. На кого там упала? Я там не смотрел даже. А там на хуйню плюс хуйню. И на голову чекать. Кубик. А, кстати, вот чекать. Этот поезд даже элемы, например, будут носить. Не будут носить элемы. 4% крита урона это лучше, чем сколько там? 30 крита. Ну не 30, там больше. 30 там будет. Кром, тебе надо что-то, что выпало танковское, вот эти две шмотки? Голова? Или голова, или меч, что надо? Не, меч не нужен. А голова нужна, да? Да. Сейчас наручу на элем выпал. Пиздатый пояс на рогу упал, как всегда. Зап такие же, если чё, вот на... Да. Те, кто не знает, что делать. Может, ТСР не бывал. Это то же самое, что в десятке, только в 25-ке. Так, сколько у нас дефов? Т4 раз, 2 войд, 3 луксор. Все, и гимны, да? Нету больше. Я с Пуладом, чтобы под конец откатил. Перезайду. Феникс, жри рыбу. С Пуладом. Можно Колика? Пятого хила. Да, спекайся. Аллилуйя. Будем как дураки. В три приста, два паладина. Хорош. Нормально. Так, первый тогда отдает чье? Т4. Второй отдает Войд. Третий отдает Луксор. Будем чередоваться с гимнами. Если сильный рейд просел, я буду анонсить. Фелиция еще есть. Ничего нет. А, Фелиция, да. Сорян. Короче, нет, все равно. Будешь, наверное, отдавать. Какой там второй самый сильный каст, да? Да там они все сильные.
Давай, наверное. Похуй, ладно. Будешь отдавать с Луксором. Третий каст, Фелиция, слышь? Девки свои. Возьми тогда что... ауру тьмы. Ауру тьмы возьми, Фелиц. Слежи, Барбарос. Потому что под конец пиздец. Под конец пиздец начинается, поэтому. Главное Фелиции дожить до этого момента, потому что милики у нас там постоянно какой-то пиздец происходит. Что там? Зашел Бентли? Спейси, да, где? Да. Уже упиздовал куда-то. Пафите Феникса, только он у нас падает. Скажи, Барбарос, нажимаешь, еще кош под дыхание и ложный выпад. Ну, только не все сразу. Будешь жить. Все, все готовы? Давай добьем пул. Первый, напомню, чье. Второй, Войд. Третий, Луксор и Фелиция. Потом опять чье. И проанонсите, пожалуйста, этот коллапс ебаный. Как он там? Коллапс. Колодец. Похуй. Не откатит, да, к 50%. Неа. 3 минуты. Блики. Ясно. Экич, давай резай, короче, Фелицию, он у нас с массейв дает. Дай у тебя? Бентли Бэйр. Фелицию. Дал. Тебаф, понимаю. Так, блин. ДПС вообще нет. Три метки танковские, это пиздец. На сову, по-моему, идет. Да. Следующий каст. Три дыхания. Смотрите, пончики не встретили в мире. Дебаф сейчас смотрите, ребят. Бать, у вас там сфер насыпал. Геру можно? И вышли. Герка. Там по дефу. Скоро надо будет. Сор, Фелиция, готовьте. Давай. Прожали. И свои девки прожали. Коллапс. Нет. Скоро будет отпилить пончик рядом. Сейчас еще один каст дает и начнет кастить коллапс. Должен сейчас начать. Скоро один. Все, пошел каст. Готовьтесь, хоть зашли. Вышли. Гим. Это комба, конечно. Ой, да выиграю, давай. Пробуйте. Бля, Керри нет писта. Там тебе эту хуйню с меня. Сука! Не тавлится. А что, шамана нету, что ли? КД была Гера, как я понял. Ты что, убьете или нет? Хуй знает. Трое? КД-ка далеко. Уже до него не достаю, и сферы кастят. Короче, да, КД в лагере, просто я боюсь, что нам так же не повезет с этими. Сейчас он хотя бы кастил нормально. Вставайте, бегите. Ты включаешься... Ты включаешься, там, этот таймер с пула включай, на 20 секунде первый этот удар идет. Там потом на 40-й, на минуте, на минуте 20. Дыхание? Нет, не дыхание, а танковский удар, который на тебя заменяет. Это мне просто зеленку надо вовремя нажать, я не ради ну не вот. Было мне. Ну я и говорю, поставь себе таймер. Я не знаю, так, например. Просто отвлекся на руник, все слил. Не похуй, рага есть рага. Просто если ну, ты секунды
Если ты секунды будешь видеть, ты на 17 секунде посмотришь, там сколько у тебя радий. Даже зеленку. Кстати, сейчас три метки было, я три никак не задолжил. Ну, три-то никак, но первое надо задолжить, потому что на 30 секунде дыхание. Знаю. Чего? Я релок сейчас. Здесь кого сапрот куплю? Да, кстати, поставьте огурцы, пожалуйста, Локи. Возьмите все огурцы. На косты жмите эту хуйню. Берите. Только когда вы в бублике, отхил снижен на 80%. Когда выйдете уже, дебаф не будет на минус 80, тогда можно уже жрать огурцы. Блять, я их забыл слушать на том трае. Ксор, кушай, что ты не ешь? Масло себе на жопу намажьте, заебали. Мне нет. Его вообще. Я просил, но мне никто не дал намазать. Я тебе свое дам. А, голова с блоком щитом будет. Если нужна, могу отдать. Там вар ее хотел. Кром которого. Блять, потом по луту вы что гоните? Давай добьем пул. Он же рост даст, да, даст, блять. Дашь по команде. Я скажу, когда рост раньше не было. Нажимай панцирь. Сейчас надо подкатить. Надо заебись, он мне зеленку дал, да? Охуенно. Ладно. 3-4. Вики выбежали. Короче, пришлось гимн дать, поэтому на каст будешь ты давать. Ксора надо бэрить. У кого бэр остался? Мне КД. Пава есть? Нет. Блядь, Блэки четко сидит. Голубой бэйр. Бэйр. Сейф. Не вставай только. Нормально пережили. Батюшка, не отходи с этого, если ты стоишь со сферой. Там на батю трэш пойдет, надо подменить его на сфере. Подменить его на сфере. Встала, встала. Лужа тут. Я с краешку встану. Кто пропал? Сейчас сейф Войт отдает. Кто? Я на второй, да. На третий тогда Фелиция с Луксором. Все, давай Гера. Он же. Проклятие. Метки, мелики, не насрите. Охуенно. Сейчас попробую провести. Дыхание. Свои дайте. Вы свои жмите. Камни хавать. Батя, выйди с этой залупы, сука, тебя не захилить. Да, я не могу. Метки, хилить. Милики, не насрить. Не батя беба. Вот страки будет. Сейчас один каст меня будет, потом на... дыхание сначала. Ёбка, после дыхания сразу каст пойдет этот. Да, метки. Каст пошел. Все милики сдохли из-за того, что лужи не могут вынести, блядь. Бля, там же в дебафах, бля, в дебафах, блядь, видно эту хуйню. Вам, блядь, анонсит, а? Ну, себе не анонс. Знаю почему, но не анонс. Не добьем. В ТМВ забиваешь, все видно. Да я как бы так вижу, но люди, видишь, ничего не забивают. Да можно как-нибудь чекнуть, на кого кидалось? Да, у меня на видео можешь чекнуть. А, да. У меня там Вуду показывают.
А где мне посмотреть все на видео? Ну, на ютубе. У Войда в дебафах в Вуду видно там. Я не знаю, почему вы все без Вуду играете, нихуя не видите, нихуя не знаете, блядь. Давно бы уже поставили себе Вуду, играли бы как нормальные люди, блядь. Ну так скажи, без него начать еще. Так, блядь, чтобы вынести, надо увидеть сначала, блядь. Я к чему клоню-то, блядь? Они же не видят. Подожди, Вой. А ты что, стримишь или еще не вообще прям? Или еще? Он видео записывает. У меня не стримится ничего. Ну, я... А сейчас как мне посмотреть? Сейчас, ну, блядь... Можешь не побить, там, выйти с инста и посмотреть на Дискорде на стриме, блядь. Могу тебе включить. Да не, я хочу... Ладно, забей, Слава. Не, ну это потом, типа, сейчас смысл, нахуй. Ладно, потом узнаю, но я хотел сейчас просто. Факт узнать. Остается фактом, вы как слепые котята играете, нихуя не видите, блядь. Не. Ну, там чисто физически, чтобы вот релить эту хуйню и типа назвать 4 ника, потому что пока ты 4 ника эти будешь читать, условно, эти 5 секунд, за 5 секунд рейд вайпнется, нахуй. Какой-нибудь сейф надо будет давать гим там на хп. Ну, то если ты скажешь, кто это, например, сделал, человек кикнуть, просто и хай гуляет. Так, какой смысл? Там задача, когда вот вешается проклятие, оно через 5 секунд бублик появится. Нужно просто между собой ранично брать, что миликом, там что рдбэ. Там дебафов ебучих нахуй показывают, просто вынести эту залупу и все. Там сзади дживс, баф дайте. Ладно, я Никиту помажу нахуй, пускай ебашит. Согласен? Чего, владыка, тебе не хватает? Все, все готовы, давай. Все то же самое, только, милики, смотрите, глаза свои откройте. Сказали, смотрите метки. Как только услышали, сразу в дебафы глазки. Анонсите им, когда метки, прям сразу же. Никам не надо, просто про дебафы скажите. Нажимаем панц. Следующий луксор отдает. Следующий на фазе будет. Не давайте Киру, пока не скажу. Жена кого на сову? Блять, говорю, не давайте, дали вы ёбнутый. Да. Сон же один, он не расслышал, наверное. Блять. Уже бейте. Даже не началось еще 50 раги, блять, до накопления. Одно он не расслышал. Проклятие, 3 человека. Угли. Нас будет не скоро в этот раз. Он только сейчас начал стакать. Дыхание. На следующий камни хавайте дыхание. Проклятие, 3-я пати, 2-я пати. Проказ, не забудьте сказать. Не скоро еще. Видите, может добьете даже. 20 раги до роста. Или какой? Камни хавайте. Пончиком. Ну и сливайте. Блин, добивайте, до коста успеете. Сейчас еще долгий будет. Нормально. Да, нормально, зергнули. Отказывайте. Или с фазы повезло просто. Да, круто. Героический бросок. На-на! Не секундки это. Это мощная хуйня. Да у него ШМ, хули ему. А смотри, для Энка какая двойная атака. Ну это, наверное, для Ханта работает, нет? Да, для Энка. А, ближнего боя, ебаный рот. А на ретрика как эта хуйня зайдет? А, это же голова хуйня. Так, короче, смотрите, у меня 3 шмотки. Сколько упало с первого босса? Я голову забрал.
Я же сказала, нам же говорили отказываться. Модель, ты никакой не особенный. Да. Отказываемся все от лута. Одну секунду, пока что. Быстро. Я там кубик нажимал на голову. И да. Палка меняет людей, как конечно. Бепана. Получилось. Я забыл, ты же резнулся. Не, ну можно взять на рейтинг эту голову? Ой, зря двоих. Да что-то поздно. Я думал, Трэш уже мёртвый. Я забыл, сука. Ну да хуя урона дает. Там просто тоже Black... где-то кусок успел урвать. Ооо, Блэкич. А их зачем сагрили? А их можно как-то законтролить? Механизм. Так можно убить. Да. Ну заебись, вообще, чё ты нахуй. Пацаны, вообще, ребята. Эрза, вставай. Встал, играйте, побежал. Играйте в одну цель. Умеете, могете. 4 мобайла. И еще привели. Вайп, скорее всего. Не успеем даже одного добить. Не, нихуя хилим. Войт, у тебя никакой чё, шмотки нет? По одному бить, они все разные таргет. Был прикольно. Войт. Сейчас похилю, посмотрю. Я говорю, Войт, у тебя никакой шмотки нет? Сейчас похилю, посмотрю, не вайпайтесь, вы чё, блядь. Бейте. Ебать, Блэк, я всю эту навел, блядь. Блять, бейте один таргет, вы заебали. Метку поставьте. То бейте звезду, не знаю. Бить там жестко, чтобы по одному таргету бить. Я что-то, блять, пиво напился, я не понимаю, кого бить, блять. Реально пиво напился. Звезду. Да ты еще ёбнулся. Я Гера еще выебал? Не, у меня ничего нету. Ты не поделился, пиздец. Так ты не пришел, блядь. Адрес знаешь, бро. Можешь прийти мне ебало сломать. Лох, пошло. Удивительно, мы не вайпнули, да, на троих. Ну там вставали, бегали. Да хули вайпаться, захиливается еще. Ой-ой-ой. Какую-то собаку убить не можем, ну вы чё, ребят. Ну так там механики посложнее немножко. Не, ща мы раскликали, сейчас мы эту хуйню с первого пула убьем. А по-любому, блядь, Бебас зергнет её, блядь, с пула. Я сейчас буду очень потно играть. Опять в ЧП, сука. А кто чародейскую гениальность Делорана бафает постоянно? Я думаю, маги. Чародей из Делорана. Кушайте. Не, мне кажется, это Юля. Медив. Медив мафен приходит. Нихуя себе. Он в Легионе сидит. Какой нахуй он тут? Нахуй он сюда пришел? Пусть в Легионе дальше. Чё-то, блять, мы на рекорд идем. За 5 минут 2 босса убили. Чё за хуйня? И чё 3 моба не забывай. Батюшка, ты где? На позиции стоит. Это дополнительно ехать. Какой? 3 моба. Все, ну, тоже самое. Пожалуйста, смотрите в дебафы, чтобы сон же не оказался в мели, а милишник где-то там. Пусть босса не подходит бега. Раньше времени и все. Ёбнешься, сколько время подойти. Дай пол. Пускай все готовы. А он вообще тут, не? Кто? Заклинать. А он вообще в Дисе, не? Это наш? Блять, Арислин. А. Это просто ага. Другой не испугался. Ага. А какого хуя на меня фиолет выкинулся, если далеко справа стоял? Значит, иди сюда. Я бегу уже. Максим. Заебись. НРДД. Я сосветил. Центра никак нельзя было нам внести. Про поезда. Видите, уже раньше.
Да, бля. Блять, мне в пикселе уебало какой-то. Стоп, а Гера была у нас, нет? Нет. 3 минуты. Там другие милики можете уже идти бить. Все сдохли почти. Бороться не бей. Очень дохуя хп. Вообще как будто он хилится, не? Мне кажется. Mm-mm. Пизда однозначно. Конечно, ну, прожму. Можно меня зайти. Без зубов нет. Ты не спасешь. О! Савчик. Ага. Стены. Тебе капнул. Что, думаете, убьем? Нет. Хуя минус. Инфа сотка, не убьем. Надо по-другому как-то играть, чтобы не было столько. Хильте меня, сейчас сдохну. А почему я двигался, но мне все равно дали стан. Я двигался. Бывает. Прыжки, они всегда, не всегда, короче, спрашивают. Я влево-право двигаюсь, я не прыжок. Я прыжок не доверяю. Ох, ё-моё, компан. Вы умрёте. Таша, конфликт, сюда его. Ну, сбежимся, сбежимся, куда ты бежишь? Да чё сбегаться, сдохните нахуй уж. Ну давайте заходите в натуре, не тяните кота за яйца. Есть какая-то тактика другая, чтобы 15 не человек не лежало? Блять, надо было падать уже после того, как Валера сдох нахуй, на тоже забейте. Я понимаю, если 1, 2, 3 тела лежат, еще бьем. Ну нахуя нам бить, когда 10-15 тел лежат? Зачем? Как 10-15 у нас сдохли? Вот, допустим, вот конкретно там по 2, по 3 человека умирали. Блоки, чего? Стаки не увеличат по тебе урон. Сколько я знаю, они только уменьшают. Ну, милики, челики подохли от того, что там были поезда и гейзеры эти ебаные. Хант с магом рейнджо не держали. Но это... За первые 2 смерти. Ну и как у нас милики? Спейси, ладно, метку выносил. На Никиту вроде солнце метка тоже кинулась. Да короче, это вообще пизда. Короче, большинство сдохли просто от того, что рыжу не держали. Красавчики, надо ведь дохуя IQ иметь, чтобы не встать в рейндж. Это уже мем, блядь. Смотрите. До начала пула появляются в луже, половина рейда лежит. Ну а, например, про тактику, продаем метки, это что, заебись тактика, что ли? Да. Нормальная тактика. Это профитнее, когда ДПС нормальный. Вот именно, что когда ДПС нормальный. А у нас что, ДПС нормальный? Беба на 12-200, блядь. Я умер, бро, в начале. Ну, так, ну и хули. Ну, Фелиция 11 место, это чё, блядь? Тоже в начале. Так, блядь, так и в начале и будет. Ну, нахуя метки продавать? Может, какая-то да тактика всё есть? Все будет норм. Хант, иди мили сразу. Батя, вставай. Хант, мили иди. Бля, Славян, ты походу тоже гуль, да, нахуй? Я еще хуже, нахуй. Пиздец, ты дезморалишь, я вахну. Гуль? Да. Да я просто... Ты не будешь дамажить. Тессер, ты не будешь дамажить, ты будешь стоять время от времени, постреливать и прыгать на месте.
В смысле не будет дамажить? Будет он дамажить, чё? Ну, в смысле, он отойдет на рейндж? Явно лучше, чем шапка. Отойдёт на рейндж и будет стрелять, а чё? Ну да. Вон в угол, в левый забейся сюда. Ты тут... Ох, уверенный, будешь стрелять тем, что откатило. Тебе надо скакать. Ты не понимаешь, что ли? Дал верно прыгнул. Дал верно прыгнул, всё. Можешь даже верно не кастить. Просто стой, стреляй, чем есть. Для количества тебя туда ставим в миле, чтобы дебафы раскинулись. Ладно, в пизду пусть стоит, вон Блэк пусть стоит. А, бля, масса закончилась. Так Блэк нормально дает. Который по КД кастует. Тогда скажи, Адель, тогда скажи им нормально, куда встать, сейчас они запутаются. Сейчас все, хант в РДД, Блэк мили. Не знаю, я нет не ставил. Пиздец, детский садик, нахуй. Хант мало дает. Блять, если хант не умеет, что поделать? Учить его. Бентли, ебани какую-нибудь речь. Первая, вторая пати милики, все стоят в милю. Я и Хэприс там же. Все остальные стоят в РДД. Все. Скажите мне, кто не бьет босса с пула с вами? Кто за... Вон там в углу стоит из милики? Минус почка и Акинфель. Два человека рядом со мной стоят. Я не знаю, видимо, всем остальным, кому сказали, им похуй. Они там может умирают больше? И потом... Ром, могут... стоя ФК, Феникс, босса пусть бьет. Я не знаю, кто из вас больше дамажит, я просто смотрю по левелу. Фелиция, не я пади раскидывала, дайте Эрдара в первую пати. Типа, если, блядь, какой-нибудь сейчас из тилов, который не должен бить, придет, сразу кика его нахуй и все. Давай, может, еще больше людей поставим, вон там, я не знаю. В 10 человек его быстрее убьем, чем с такими инвалидами, которые миликов убивают. Крома еще убьем. Объясняю, еще раз, ребята, вы там стоите не потому, что вы какие-то вагоны, вы там стоите, потому что когда одни милики умрут, вы пойдете бить. Охраняйте самый угол. Вон, метки как вы в итоге все 10 человек сдохли и все? Метки на кого поставил? Вон звезду. Три, что-то мало человека. Давай еще 4 или 5 уберем, чтобы больше места было миликам. Не поните мотивацию какую-нибудь. Что-то я перезатильтился жестко. А, Бэба-то лучший. Да нет, надо... Я веду ЕП. Нет, короче, минус почка. Тихо, минус почка. Кром. Акинфель. Кто еще? Феникс. Все, пусть 4 человека со мной уходят. Потом вернетесь, не, будете бить. Не, Феникс остается. Окей, ладно, Феникс остаешься. Кром, минус почка, Акинфель и Фелиция. Уходите за мной, за Холи Престом. Потом придете, как эти милики подохнут. Я проверю, будете ли со мной рядом стоять. А, он метки на вас поставил, нахуй. Все видно сейчас будет. Ну, Фелиция, сейчас они сдохнут, все равно придешь бить. Не, я не буду умирать, что за хуйня? Я не хочу, чтобы меня меняли. Запускай таймер. Я тебя к миликам закинул, чтобы этот не редер, потому что... Все, понеслась. Авто словить. Посмотрите дебафы на себе, ребят. Убедитесь, что вы там стоите, где должны. Фелиция, двигайся, на тебе стан был только что. Фелиция, ты тут, бля? Чё ты стоишь? Зелёный луч будет, ты вайпнешь рейд. О. Я лужу вынес, а ее нет. Че за бред? Ох. Ну нахуй. Давай поделим, не уходи. Поделим, поделим. Стой тут, стой, стой, стой. Ебать, меня некий захуярил. Обидно. Иди, Фелиция, бей. Тебе бы.
Средняра подъехала. Ну еще нам милик одного отдать. Милика еще. Тут тесно уже. Ребят, я могу тебе моралить, но типа, блядь, мы не пьем. И все стало без обид. Как вы в РДД, сука, дохнете? Ну, смотри, там продают метки. 450 тысяч. А они продали метки, там под гейзерами сдохли. Ну там типа, я не знаю, сколько у Эрза ХП, но мне кажется, у него мало ХП, что его шотает. Ну, как у меня такие ощущения. Лучше, блядь, выходить из метки, чем стоять у них. Ты про гейзер? Ну, по мне одна вспышка прошла, я не двигался. Ну, кого шотает, выходите, кого нет, то и... Тогда не будем опять тянуть время, может, упадем? Согласен. Погнали по ХМ. Короче, мне кажется, вообще этого босса не надо бить. Где конфликт? Это вас ловил конфликт. Тут не в конфликте дело, у нас... Когда ДД умерли. Ну как, вот мы крон, продаем... милиция, минус почка, ай, это блядь. Все боссом убил. Да это похуй, блядь, на всю эту залупу. Мы продаем, у нас минус 3 РДД сразу с пула. Надо какую-то другую тактику. Есть тактика, но мы, если будем открываем сносить, рейд. Еще час. Час. Открываем так. Рейд, смотрим РДД. Так, два мага, глыбы, есть. А, ШП, сколько у нас ШП? Два. Один владыка, да? Два. Я пристану, я спектру. Два. Две тучки, окей. Дальше. Тессер, не знаю, есть ему там Детеренс спасает или нет. Не знаю. Спейси СС. Соунжа Ренька. Заклинатель СС. Ну СС вот, наверное, только сама не может выжить, да? Не получится с ССом. Я уже объяснял. Получится. Мы сколько играли, я всю жизнь вставала ССом. Ну смотри, когда ты встаешь с эсом, на тебя сначала не вешается ни зеленый, ни фиолетовый. А там просто вышел из лужи буквально шаг-два, все. Конфликт будет. Какой конфликт? В сторону выходить не обязательно вперед, ребят. Стоишь в соло где-нибудь, в сторонке один, и все, смотришь, какой дебаф ловится. Потом уже смотришь, идти в РДД, не в РДД. А у меня вопрос на засыпку, зачем вы вообще переживаете гейзера? Выйти нельзя из них? Да я на маге всегда выходил. Я никогда в жизни его не жил. Просто назад, вперед, все. Ну, это бессмысленно. Да они не шоты, ты сержу держать. Гейзером точно такая же причина, как и с тем, чтобы сносить все метки и дефать их. Вы можете получить стан, когда пойдут паровозы, потому что вам тоже придется двигаться. Поэтому это не очень хорошая идея, можно поймать конфликт. Че, бля? Типа... Пейси, ушел, да? Некит. А че ты бегаешь, а не прыгаешь? Кенийский бекон. Все, все готовы, давай добавим пул. Не пуляйте раньше времени. Два припота все выпили. Так дамага нихуя нет. Сэр, отойди! Ушли те, кто не должен, милики. В углу делим сюда вот эту. Скоро поезда. Бро, ну я же выжил, не надо ко мне подходить. Ты бы сказал, что ты в кош уйдешь. Я и шел к тебе. Ну ты же видишь, что я никому не сбегаюсь. А, ну похуй. Поезда. Охуенная игра, блядь. Как вот у нас, сука, поезда и сразу нахуй минус.
ну там гейзеры. Иди, Фелиция, бей вместо Бебы. На сдохли заклинатель, сон же, не беда. Какой-нибудь владыка же. Сейчас был игрок какой-то. Опять. Захильте, захильте мага. Разу пережил, но его не захилили. Бу спасаем. Нас смели. Поезда вышли. Что, кстати, с конфликта вообще не лутает? Ну да. Потому конфликт так чуть-чуть лутает. Но не критично. Беб. Ну, спочка, иди уже, бей. Никакого места. Беба. Че? Кто тебя убил? А я умер. От лучей. У нас, короче, даже похуй, если забить хуй на всех миликов, падайте уже, тут нету смысла. Может, пойдем хрем-хрем-чик уже на бэк. Бля, я не понял, а почему меня уебалось, я в стену прям зашел? У нас не живут РДД. Не. Кто должен жить, у нас не живут. Даже если мы забьем хуй и продадим всех миликов. У нас тупо, вот я сейчас видела, мы просто далеко стоим с этим, с Холи Престом. Я не знаю, там вот два мага, они пережили эти ебаные хуйни зеленые, как они там называются, но их тупо потом не захилили. Не знаю, либо уже два хила были мертвые, два хапала, либо на них просто забили хуй. Ну, да, Славик меня не любит просто, видишь, видит меня, не хилит. И ливайте сейчас лут разролим. Так, типа, еще? А что, не хотите? Да похуй, го еще. А там, ребята, там уже Славик, он поведет, типа ГМХМ, я уже бессильна. Нет, пошли с нами. Ну, пиздец. Давайте 10 человек тут остаются, 10 туда, нахуй, на ГМХМ, ебать, разделим силы. Я бы есть что-то тоже потратил. Чем, может, голосовалку хоть какую-то въебать? А потом 25 гер пойдем синдру тратить. Не, ну, давайте смотреть, ну, как бы, ну, мы не убиваем этим сетапом. Можем убить, бля, просто если не ошибаться. У нас друида нету, друид нужен. Ладно. Похуй, похуй на друида. Короче, Адель, тебе не нужен лут? Чивава, не нужен лут? Ладно, я понял, бы. На ГМ будет репарь. Так, ухи сначала. Сейчас сначала лут разрулим, если кому-то надо. Должен им говорить? Рольте, ухи. Надо кому-то танки? Фелиция офспек, Войт офспек. Фелиция, тебе надо? Фелиция, давай трейд, там сами разбирайтесь. Да не надо. Давай трейд. Ебать. Луксор. Я тоже на успех. Давай трейд, Луксор. Все, Фелиция, там Луксор 52 выкинул. Дал бы раньше, отдала бы тебе. Быстрей. Луксор. Или Фелиция сейчас отдам. Я тебя не вижу. Бля, метка луна. Луна. Фелиция опять тычет мне. Фелиция, кыш. Ясно, блядь. Луксор! Да я тебе кидаю. Сейчас кинул. Вот.